А вы никогда не задумывались о том, почему Эми Уайнхаус такая крутая вокалистка? Ведь в ее вокале вы не услышите сверхъестественных высоких нот, свисткового регистра, белтинга или бешеной мелизматики. А вот я задумалась, и пересмотрев много живых выступлений и проанализировав их, я поняла, что помимо природного сочного тембра, Эми Уайнхаус постоянно использовала несколько этих фишек в своем вокале, о которых я сейчас вам и расскажу. Go, go, go.